Саудовская Аравия неизвестно устроил бойню в мечети. Погибли 5 человек, раненых около десятка. В социальных сетях появляются видеокадры этой трагедии. Подлинность мы подтвердить не можем. Все произошло в пятницу вечером в городе Сайхате. Молодой мужчина, по сведениям телеканала Аль-Арабия, ему около 20 лет, пришел в шиитский религиозный центр, где в тот момент было многолюдно. Его попытались досмотреть полицейские, он выхватил автомат и открыл огонь. Правоохранителям пришлось нападавшего застрелить. И вот уже сегодня утром, по сведениям агентства Рейтер, ответственность за эту атаку взяла на себя ИГИЛ. Сообщается, что боевики разместили в интернете видеоролик, в котором называют имя стрелка и грозят новыми расправами.